Оперативники управления на транспорте МВД России по ЦФО задержали подозреваемого в убийстве. Окровавленного мужчину рядом со станцией Михнима Павелецкого направления Московской железной дороги обнаружили прохожие. Приехавшие к месту происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть гражданина, а судебно-медицинская экспертиза установила множественные ножевые ранения на теле потерпевшего. В ходе отработки территории оперативниками транспортной полиции были установлены косвенные свидетели происшествия, которые видели, как в один из близлежащих магазинов заходил неизвестный гражданин с окровавленными руками. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность подозреваемого, после чего он был задержан по месту жительства и передан следователям. Задержанный 33-летний неработающий житель Подмосковья, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение тяжких преступлений. Мужчина злоупотребляет алкоголем, на этой почве он и познакомился со своей жертвой. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.